Северсталь снова дала бой фавориту КХЛ во втором матче серии плей-офф, но проиграла уже крупно. Капитан череповчан Дмитрий Кагарлицкий открыл счет на 4-й минуте встречи, но ему вскоре ответил капитан СКА Павел Дацук. Во втором периоде армейцы отличились дважды подряд после броска Гусева в большинстве и удачного подставления Тихонова после броска защитника. 3-1. Но «Северсталь» удивительно быстро отыгралась. Сначала сольный проход голом завершил Дмитрий Кагарлицкий. А потом отличился Алексей Угаров, поразив цель с близкого расстояния. 3-3. Но армейцы уже почувствовали вкус атакующей игры и снова забили дуплетом. Итог двух периодов 5-3 в пользу хозяев льда. Совершили ряд ошибок, за которые тут же нас наказали. Плюс большинство реализовали. Позиционные ошибки, я думаю, от большого желания. То есть где-то немного не смотрели. Вот поэтому с такой командой, как СКА, надо минимизировать возможности. В заключительной третьем матче вновь мастерски забил Павел Дацук, а преимущество СКА закрепил другой олимпийский чемпион Каблуков. На это своим точным броском ответил Матей Странский, оставив последнее слово за «Северсталью». Итог матча 7-4, вторая победа СКА. Мне своих пацанов упрекнуть не в чем. Они воюют, сражаются с лучшей командой России на данный момент. Я скажу так, что они молодчики. Что-то получается, что-то нет, но я говорю, готовимся к следующим матчам, к домашней серии. Матч тяжелый получился поначалу. В конце забили. Ну так то же самое. Готовимся к следующей игре. Счет серии до 4 побед 2-0 в пользу СКА. Третий матч команды проведут в Череповце 7 марта. Владимир Сентябрев, новости.